Коллеги, всем привет! Меня зовут Мария, и я являюсь студентом 4-го курса управления персоналом. А сегодня я хотела бы с вами поделиться впечатлениями от изучения курса технологии кадрового рекрутинга и рассказать подробнее о том, как учат у нас в президентской академии. Данное направление HR мы изучали на 4-м курсе, и оно мне запомнилось тем, что на каждом семинаре у нас был интерактив в форме разработки и разбора реальных кейсов и заданий, связанных с подбором и наймом персонала. Также энергия нашего преподавателя Анны Николаевны Пышковой и ее стремление, желание передать молодым специалистам свою экспертизу мотивирует на более ускоренное усвоение материала. Также хотела отметить, что сейчас в своих рабочих задачах я часто использую навыки, которые получила при изучении данного направления, а именно составление карты пути кандидата, составление профиля должности, отбор и оценка кандидата. Если вы тоже хотите научиться пользоваться данными инструментами, то советую поступать в президентскую академию и развивать свои hard и soft skills вместе. Удачи!